Уважаемый коллектив «Беларусь-24», от имени Государственного комитета Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии и Международного информационного центра мы искренне поздравляем вас с блестящей датой – 19 годами в эфире. Ваш телеканал стал неотъемлемой частью информационного пространства, предоставляя зрителям качественное телевизионное вещание. Мы выражаем вам признание за ваш вклад в развитие медиапространства и поддержку культурного обмена между нашими странами. Туркменистан гордится партнерством с «Беларусью-24» и с нетерпением ждет новых проектов, которые создадут возможность углубить наши отношения. Пусть эти 19 лет будут лишь началом еще более яркого и успешного сотрудничества. Поздравляем вас с успехами, достигнутыми в мире масс-медиа, и желаем вам дальнейших творческих достижений, новых проектов и верных зрителей. Пусть каждый день для вас будет полон вдохновения, интересных событий и радостных моментов.